Assalomu alaykum. Albatta, bütün jamoani g'alaba bilan tabriklayman. Yaxshi o'yin bo'ldi. O'ylaymanki, bolalar bugun yaxshi o'yin ko'rsatishdi. Oxirgacha kurashishdi. Yaxshi vaziyatlar yaratishdi. Va eng asosiy g'alaba qozondik. Chunki o'zi 3 kun oldin Namanganda mag'lubiyatga uchradik. Albatta, o'sha o'yinni tahlil qildik. Bitta jamoa bilan ketma-ket o'ynash albatta oson emas, lekin bolalar bugün yaxshi ko'rsatib, o'tdagi mag'lubiyatni bugün oqlashib, g'alaba qozondi. Eng asosiy shu. O'shaning uchun ikkala jamoa ham bugün yaxshi o'yin ko'rsatdi. Savolim bor. Можно ли сказать то, что работа над ошибками от предыдущего матча проведена правильно? Ну, конечно, во-первых, тяжело играть с командой подряд, соответственно. Но мы, в принципе, разбирали эти два дня, которые у нас были для подготовки против Намангана. Все те моменты, которые у нас не получилось, и что получилось, и все те ошибки, которые мы, ну, Наманган, который создавал у наших ворот моменты, где мы там неправильно играли. Но мы эти два дня, в принципе, разбирали эту игру. Соответственно, я думаю, сегодня ребята уже намного лучше играли, лучше справлялись с теми моментами, которые мог бы Набахор создать. И мы, соответственно, зная, как они, где у них слабые места, и больше пытались это использовать. А насколько сегодняшняя победа с психологической точки зрения важна для ребят? Не, ну, я думаю, тем более с победой над Набахором, конечно, этот психологический какой-то импульс даст ребятам, потому что мы и после той игры, да, может, были там тоже хорошие моменты, где ребята хорошо играли, но все равно, когда проигрываешь, хочешь не хочешь, уверенность пропадает. А победа, наоборот, дает уверенность. Я думаю, победа над Набахором, да, это кубок, не чемпионат. Ну, какая бы ни была, я думаю, ребята показали сегодня хорошую игру, и это им психологически, я думаю, хороший импульс даст. Тимур Акин, вы не бахтите шоу-битлеры есть, вот и вазиан Дардахан Хайкарып, Ерге Йотмурга Рикан, как вы сопрессите? Катта отди вазиятлерде хайкарып. Значит, ағыргендір, езгендір, тепкендір, что жаны ағыргендір, қанақадыр ауыз шықкендір. Балларымда мен симуляция, екі баш нәрсе көргенім жоқ. Деді құпалы болғандыр, ну, бәлкім нарушенеге абарым еткендір, чүнкі хакем жим тұрды, лекін теген жайы бардыр. Әгер сілер Набахор деге әттегі ойын көрген болсаларын, әтті екті қызыр болыш керегінде Набахор жамасыге. Gol bo'lgan shtrafnoyda ichida qo'li bilan urayotgan joyi bor. Ikkita Baltabayev o'rtada birinchi bo'limda bizning o'yinchini ikki marta oyog'ini yaxshigina tepgan joyi bor. Ishi yotibdi oyoqlari. Indashmadi. Nima qilish kerak? Bugungi o'yin eti, ну, prinsip hakam o'chdi dedi. Я думаю, boriga bor qildi, yo'g'iga, значит, o'yin berdi. Men, prinsipi, tarafdorman, kurash beradigan, chunki hozir jahon chempionati qaratgan bo'lsak, yoshlarimiz o'ynadi. Hatto berishyapti, kurashlarga berishyapti. Bizda ham, menimcha, berishimiz kerak. Chunki biz ertaga baribir terma jamoa bilan ishtirok qilayotganimizda, agar bunaqa situatsiyaga tushsak, biz uchun tayyor bo'lishimiz kerak. Kurashlarga berish kerak, lekin qo'pollikka yo'q. Nabahor bilan o'ynaganimizda juda qo'pol momentlar bo'ldi, qattadir travma olish ehtimoli katta edi. Bundan men ozgina qo'rqdim, chunki bu bolalar ham psixologik sinishi mumkin va xudo ko'rsatmasin travma jiddiy bo'lib qolsa, ertaga kim terma jamoada ishtirok qiladi yoki albatta bu futbol, no, baribir hakamlar bilish kerak, qachon qo'pollik, qachon kurash berish kerak. Bu uni saviyasini bildiradi.